Больше 20 проектов монумента Петру Алабину поступило на архитектурный конкурс. Победители – Алексей Янков и Карен Саркисов, автор памятнику Григорию Засекину. Лучше всех уловили портретное сходство и величие знаменитого городского головы. В скором будущем трехметровый Алабин встанет под красноармейским спуском. Именно личность Алабина для Самары – это большая знаковая фигура и достойна памятника. Конечно, интересно было передать этот образ скульптуре. Я думаю, что еще в работе над рабочей моделью, над портретом для памятника я стараюсь вот этот образ подчеркнуть как-то более серьезно, чем в эскизе. Больше 60 проектов прислали авторы из Самары и других городов. В них точка зрения современных архитекторов на то, как должны выглядеть Комсомольская площадь, проспект Металлургов, деревянная крепость на улице Водников. Работы победителей возьмут за основу, когда приступят к делу. Очень много членам комиссии было вынесено замечаний. Мы их зафиксируем в протоколе. У нас есть положение такое. Мы эти замечания пропишем и будем работать дальше. И с учетом этих замечаний мы уже приступим к конкретной реализации. В экспертной комиссии заслуженные архитекторы, дизайнеры, скульпторы и художники. Много споров вызвал проект деревянной башни на месте сгоревшей крепости на улице Водников. Выбрали три лучших, где есть не только сама крепость, но и ясное представление, как должна выглядеть территория вокруг. Единственный вариант кафе. Кафе будет работать, и эта башня будет жить и сохраняться. Это единственный шанс. Просто честнее надо говорить, они просто постесняются сказать. Ни одна мастерская не в состоянии содержать вот такую территорию. Кафе – это не работа. Эксперты уверены, конкурс – хорошая площадка для поиска новых авторов. Среди них много студентов Самарской архитектурно-строительной академии. У нас очень много достойных мест, много достойных архитекторов в Самаре. Хорошая архитектурная школа, и потом Самара на Волге. Это же вообще уникальная, будем говорить, но уникальный город должен быть. Проекты новых туристических мест начнут воплощать в жизнь уже в следующем году. Основная часть будет сделана к чемпионату мира по футболу. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.